Всем привет! Пришли сегодня на рыбалку с семьей. Хотели вчера, где я сидел, там место заняли, уже рыбаки сидели. Пришлось идти выше по речке. Но здесь тоже неплохие места. Даже коробки здесь покрупнее, чем вчера было в голове. Кораблик плывет. Яхты плавают небольшие. Прогулочные. Плывут на лодочные. Ты видишь, не успел поздороваться, уже поймал. Сколько сантиметров? Меряешь ты где? 20. Стандартно. Еще меньше не ловилось. Сколько за полчаса поймал? За полчаса уже вот это. Ты открой. Только сорожки, да? Да, сорожки вот. 7 штук. Клюнуло. Так что надо везде пробовать. На разных местах, а по-разному ты там клюет. Одеваешь на крючок, что? Кукурузку. На кукурузу? Одну удочку он поставил на карпу под дерево опять. А приман накидал, покажи какой. Приман вот развел. Овсянки. Ой, не овсянки, как она. Овсянка, да. Овсянка, да. Каша овсяная, хлоп. Да. Только не быстрого приготовления, а которую варить. Да, с водой просто. Мешаешь, 10 минут готово. Можно кидать. Примерно. А собачий корм покажи. Приманивать. Он уже клюет. Саш. Ай. Собачий корм. Это вот карп приманиваю. Покажи какой. Это ринт. Только ринт надо брать. Это мясо, да. Мясной. Мясной запах у него. Рыбки любят мясо. Ой. Нет? Нет. Раньше на ус. Уже когда отпустил, тогда бедно. Ну, ничего, еще придет. Данюш, ты отдыхаешь, да? Сорожка. Смотрю. Не клевала. Это вот второй день я на дыбе. На сорожку поймать. Немцы такую рыбу не едят, да? Да. Они говорят, что это мертвая рыба. Соленая, сухая. Или 20, да, или 20, или 22, не меньше, да? Нет,
50, здесь такой стрит. Ниже там мелкие, там перемешки все. Крупные вообще почти нет. Че, никого? Хорошо, в центре города, ребят, народу много, детки рядом, живут, лежат. Гляди, уточки зацепишь. Зацеплю я тебя удочкой. Куплю я тебе какие-то удочки. Зацеплю. Ну, сними, по берегу сидят. Пока не смотрят. Народу много. Ты где был? А, что случилось? Это можно фотографировать? Кого? Там утка сидит. Утка? Сейчас она приплывет, мы ее снимем. Мам. А, сейчас. Ну сидит на терп. Ты ее хотел, да? Да. Заснять. Куда пошла? Ну идем, она боится. Вчера кормили эту. Кормили, да. Ну поближе подойдет, и мы ее покормим. Идем. Здесь красиво, да? Она была бы сколько рак? Ой, миллион. А ты? Не знаю, Даня. Это иди у папы спрашивай. А где они там? Ну, в глубине или тут, где ива красивая? Ага, папа что-то там поймал. Поймал? Кораблик. Нет никого, да? Маленькая, да? Отпустите. Давай. Сейчас я примеру. Нет. Да не, она 20. Не надо. Все, отпусти. Встань, не надо. И чё? И ничего. Ну, кукурузу что-то перестал. Сейчас попробуем на фарш пересадить. Попробовать на фарш. Thank you.
погладить. О, да, да, да. Маленькая? Да, половина. Ага. Дай я буду. Можно я буду? Маленькая, выпускай. Выпускай. Выпускай скорей. Идем вот сюда, я сниму тебя. Иди. Скорей, скорей. Выпускай. Выпусти. Ну чё? Тут сидит. Ну, уплывет сейчас. Её ж поранили. Где она? Теперь уплыла. Всё. Тоже маленькая, да? Может, в аквариуме? Ну, да. Шутка. А я думала, это лауба. Ну, ничего, сейчас... За мелочи. Вот, выброси ее в воду. Просто выброси все. Давай скорее. Дани. Дани. Ей водичка нужна. Уплыла? Ну вот и все. Так, все, мужики клюют. Под деревья коряжник зашел. Большое может быть. Бешеное. Может, карпик. Да. Протаскиваем через кусты. Потихонечку.
всю леску размотал бы. Опять мужики сработал фролик, рекомендую. Вот такой карпик взял небольшой, вот килограмм 5, может 4, самый такой хорошенький карпик. Красавец, да? Чешуя, нет чешуи на нем, чистить не надо. Вот такой вот карпик неплохой.
Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Все. Пока. С рыбой я сегодня.